получаем любой какой дар бы человек бы не имел бы. Ну, дар домохозяйки, дар матери, дар, ну, любой дар, дар огородника. Для того, чтобы он хорошо выражался, надо заниматься этим даром. Вот. Тогда он приносит плоды. Хороший боч, хороший это. Когда человек рождается, ничего не умеет. Вот. Но когда он в хороших руках, когда этот дар воспитывается, потом он является благословением для всех других. Всем Господь дал дар этого самоличка. И мы сейчас помолимся, чтобы в твоих руках, в твоем воспитании, он вырос бы тем благословением, вся жизнь продлится наша еще здесь на земле, чтобы Господь прославился и был бы доволен. Все собрались сюда, пришли для этой цели поддержать тебя вместе, совершить эту молитву, принести этого самоличка Господу, как когда-то Анна принесла тот дар. Если ты мне дашь этот дар, я сделаю все, чтобы принести его назад, чтобы он служил для тебя. Это наша цель, цель семьи. Поэтому слава Господу за тебя. Ну что, дашь мне его? Конечно, конечно.